Уже мне надоели эти стрелялки. Нужно с этим что-то делать. А если устроить распродажу и продать все свои нерфы? Тебя продам и тебя продам. Ты, кстати, уже состарился, тебе нужно уже прям списать. О, а этот продам только без ядерной бомбы. Это, кстати, крутая штука. И тебя продам. Макдональдс, Макдональдс, все есть. Приезжайте, Макдональдс. Нерфы, нерфы, продаются нерфы. Большая, красивая, свеженькая коллекция нерфов. Подходи, подкупай мои нерфы. Что вы заказываете? Дайте одну колу Хэппи Мил, пожалуйста. Заказ сделанный. Спасибо. Пожалуйста. Вот, держите. Спасибо. Нерфы! Нерфы! Подходим, покупаем! Макдональдс! Макдональдс! Привет! Мне Хэппи Мил, пожалуйста. Понятно. Идите. Спасибо. Это все. Привет, сосед! Ну, привет, привет, сосед! Кто это там постоянно орет? Макдональдс, Макдональдс! Пойду проверю. Ничего себе! Вот это пивне такой магазин! Я бы сидела и кричала. Нерфы! Нерфы! Так много у него клиентов. Так, так, так. А? У меня есть отличный план. Хочу себе точно такой же магазин. Моя умная голова придумала отличный план. Так, это все нужно собрать и забрать. Сейчас я это все продам! Ого! Многовато! И ты иди сюда! О, ого! Ничего, сейчас это все уйдет! Макдональдс, Макдональдс! Кто хочет Макдональдс? Я хочу! Я хочу Макдональдс! Здравствуй, мальчик! А я хочу у вас купить Хэппи Мил, только с доставкой на дом. Знаете, куда нужно доставить? На перекрестке повернете направо, на втором перекрестке налево, перейдете дорогу, и еще одну, и вторую, и третью, и на 10-й улице будет красный дом. Туда доставьте, пожалуйста, мне одну упаковку Хэппи Мила. Да, понятно. Нет, да, одну упаковочку Хэппи Мила. Вот и отличненько. Теперь этот магазин весь мой. Та-дам! Добро пожаловать в магазин Харликвин. Вот это я наелся! Вот бы чем-то запить! Колу забыл! Нужно опять ехать на Макдрайв! Первый покупатель! Здравствуй! Привет, привет, сосед! А где продавец, который здесь был? Я вместо него! Ладно, дай мне одну колу, пожалуйста! Колу? Да! Деньги. Вместо колы держи автомат. Автомат? Давай, езжай, езжай. Ты клиентам мне путь загородил. Давай, автомат, давай.
каждый клиент то, что нужно. А ну, нервы, хорошенько, хорошенько продавайтесь. Нервы! Продаются нервы! Что-то я не могу этой улицы найти, это какой-то обман. Привет, привет, сосед! Где ты бегаешь? Там в твоем Макдрайве Харли Квин вместо Макдональдса какими-то пушками торгует. Что это такое? Чего? Это такое в моем Макдрайве продается? Mm-hmm. Точно? Ну сейчас мы разберемся. Поехали. Садись. Ничего себе! Что? Прям в волосах застрял? Нет, ну так дело не пойдет. Ну, держи. Там такой умный стреляет по мне. А ну выходи. Она нас заметила. Прячемся быстро. Вмешался в мои умные дела. Ну, держись, привет, сосед. Значит, вы хотите со мной поиграть? Ага. Да, Макдрайв наш. Да. Держим оборону, она может вернуться. Угу. Так вот они где. Отобрали мой нерв-драйв. Ну, держитесь. Вон она за елкой! Да. Ну вот это сильно.
нас. Да нерфы-то мои, отдайте их мне обратно. Нет! Нерфы теперь тоже наши. В общем, пушка мне эта тоже не нужна. Она без патронов. Все с вами понятно. Я с вами дружить не буду. Куда она побежала? Такая большая была. Очень большая. Ладно, зато теперь у нас есть МакДрайв. Да. Пошли. У-ху! И куча нёсов. Да. Фух. Оторвалась. Вот это картофель мне досталось. С собой увезу. Как же ее теперь в машину затащить? Ага. Так что же, неужели придется ехать без картофеля? Нет уж. Вот это тяжелое. Да ладно. Закрывайся быстрее. Без нерфов осталось, картофель не утащила. Ах, вот это тяжело.